проспект Декабристов. Ух ты, какая стенка. Ничего себе экранчик ребята построили. Подожди, это какой-то... А что же здесь такое было? Это же... Да, это Лезгов-то. Вот там где-то наша школа. Вот то здание задней стороной. С этого... С мойки. Ничего себе. Вот этот дом угловой. Что-то такое они тут сооружают, интересно. А-а-а! Ну-ка, сядь. Пока красный. Сереж, заснять это. Концертный зал Мариинского театра. Подожди, а я думал с этой стороны. А, вот это, где же новый зал? А, ну мы еще не доехали. Ты через театральную поедешь, да? Ага. Ну да, вон торчит стекляшка. Это специально посвящается, как это, для Жени из Колорадо. Наш видеооркестр исполнит сюжет «Проспект Декабристов». Что с ним стало? Да, здесь как-то ходили, когда в школу. Ну, здесь... Сюда мы выбегали. Ну, правда, обычно нам некогда было. Мы и так... Есть же энтузиасты, да? Мы обычно со школы скорее домой ехать-то далеко, в Пушкин. Поэтому... Но иногда бывало, что здесь гуляли в относительной близости от школы. Thank you.
Как она сейчас называется? Так и называется. Чего у нас этот мост? Ну давай, зяба, не парься. Не ругайся. Ты через мост же сейчас? Сфинксы знаменитые. Это у нас примыкает я все время. Это средний, да? Это средний. Да, где метро Василия Островского. Это здесь нас с тобой, по-моему, послал не туда этот автоводитель. Петровский.
Что вот это за чудо-юдо-то тут выстроили? Метрополитен. Вот это метрополитен? Метрополитен. Здесь еще будет одна, по-моему, линия или что-то такое, да? Какой-то переход на Васильевский остров. Со спортивным туда сразу. Это они копают переход под... Это у нас, что у нас, Большая, Малая Нева, да? И туда пешком из метро прямо. Ну тогда еще пускай копают. Хорошо. Да вообще всех под землю опустите, пусть там сидят. Не вылезает. А сверху только на машинах пускай ездит. Ясно. Но вот этого же тоже не было здания. Здесь какой-то была типа ровная площадь какой-то лес. Вот это вот в ретро-виде. Что это такое? Бизнес-школа управления в индустрии. Сервис. Нет, в индустрии, да. В индустрии сервиса. Да, бизнес-школа хорошо внедрилась тут. Ребята не теряются. Архитектура им по боку, вообще поубивал я бы вот за это вот. За такую архитектуру вот здесь. Остановимся тут. Нет, чтобы вот площадь бы оставить здесь всю. Нет, тут выстроили. И быстро же выстроили. Хотя я тут не так часто. Да, может, лет 10 стоит. Это что? Не часто. За ней еще магазин построил. Там еще за ней магазин? Ну вообще. Ну как, раз метро, около метро должно расти, должна торговля расти, раз метро есть. А то тут что, метро и церковь сразу. Выходишь, и сразу церковь. Как-то это не есть хорошо. Не по-бизнесовски это все. Успеем, нет? Макаронники. Что это за... Вообще макаронниками презрительно называют итальянцев. Или называли, или называют. Медиа. Да. Ну ладно, здесь я съемку, наверное, закончу. Дальше будет не очень интересно.
смотрите, а то сниму. Так. Плюс 20 в авто, троллейбус. Шикарный. И конечный. Так. Ну вот. Это Владимирский, сейчас он кончится, дальше будет Литейный. Сейчас будем переезжать Невский. Вот тут что-то такое случилось, не договорились, бывает. Сегодня суббота, 5:00, все по домам, даже не 5:00, а без 25:00. Да, старая книга когда-то была. Ой.